We know quality of our opponent, and we know they play counter-attack. They could score from this against us, and we attention players to not make this mistake. We make mistake first half. Мы знали уровень нашего оппонента, знали, что он играет на контратаках, и знали, что на контратаках он может нас наказать. Мы обращали внимание наших игроков на это. But, мы сделали пару ошибок. But we first half we didn't play so well because we didn't run a lot. Но в первой половине матча мы не очень хорошую игру показали, потому что мы где-то не добегали. And the second half we start to play and we have a lot of chances and we could score more goals, but it's game away and it is difficult also for us. We wanted to win, sure, but we must play better 90 minutes, not only 45. Во втором тайме мы начали играть намного лучше, у нас появилось больше моментов, могли забивать, но это игра, тем более игра, мы знаем. Да, мы хотели победить, но получилось только ничья. I think only okay. What can I tell about players? Only to play well and Paletjevic and Bangura and they play excellent this game. And but rest like 50%. I think they could play more than we play. Что по игрокам, то я могу сказать, что только игра двоих футболистов понравилась мне. Это Paletjevic и Bangura. Они сыграли отличную игру. Все остальные, ну, как минимум 50% команды, могли сыграть лучше, не показали всех своих возможностей. Прежде всего, хотел бы всех поздравить с началом чемпионата. Чемпионат, мне кажется, будет интересный в этом году. Особенно в исполнении нашей команды, потому что очень многие моменты у нас как первые. Вот, очень многие игроки впервые вышли в высшей лиги. Первый гол Забилина, первый гол Бомбеля, первое очко в чемпионате. Поэтому с этим я поздравляю всех болельщиков. А что касается игры, да, в первом тайме мы играли немножко хуже, играли начало и концовка, а так середина была неплохая. И в таких матчах очень важен был второй гол. И у нас были возможности хотя бы довести до логического завершения. Поэтому это синдром новых команд. Мы всегда уже играли на результат, поэтому и второй тайм в большей степени уже играли на результат. А если бы были поувереннее в атаке, то я думаю, что второй гол добивается первого. При всем уважении к Динамо Минску, у нас при счете 1-0 были очень хорошие возможности для того, чтобы реализовать те моменты, которые, и те выходы, которые были. Но над этим надо работать. Спасибо. Пожалуйста, если есть какие-то вопросы, задавайте. Сергей Витальевич, вы вновь Андрея Гробыча сегодня впереди выстрелили. С чем это связано? Можете объяснить? Ну, я уже как бы частично отвечал. Мы ищем не просто столба, мы ищем нападающего, который бы двигался, который бы напрягал защитников. Вот мой коллега говорит, что хорошо сыграли два центральных защитника у него. Он отмечает двух центральных защитников. А я хотел бы, чтобы мы отмечали нападающих, чтобы эти два центральных защитника были заменены. Вот поэтому в этом отношении мы ищем варианты, и я думаю, что и выход Горбача сегодня был неплохим, в общем неплохим. Вот. Так что, опять-таки, ситуация идет работа, целенаправленная работа, и в этом плане мы будем дальше совершенствоваться.